Всем привет! Приветствую вас на канале Светлана «Жизнь на севере». Сегодня у нас будет влог. Приглашаю посмотреть, какие оригинальные подарочки сегодня у нас есть в честь дня рождения моей любимой мамулечки. Я ее уже с утра поздравила, пожелала всего самого наилучшего, конечно же, и приглашаю вместе со мной провести этот день. Поэтому сегодня будет такой необычный влог, покажу что-то интересное, что сегодня будет в нашем дне. Поэтому, кого устраивает такой формат, приглашаю остаться и провести это видео вместе с нами. А у нас сегодня такая красота. Погода солнечная, мороз и солнце, день чудесный. 15 февраля, смотрите, у кого-то зеркальные стекла. И как отсвечивает, как будто бы второе солнышко. На улице минус 26 было утром, сейчас 23. И какая красота привозится со всех уголков Европы. Магазинчики. И вот такую красоту я сегодня составила. Лучи солнца падают. Выглядит просто обалденно. В середине гортензия. Орхидея. Ну, цветы просто. Невозможно налюбоваться. Когда на ПП, а праздник отметить хочется. Вот такой вот небольшой десертик. Красный бархат. Очень вкусно. С кофеечком. Днем, главное, не на ночь. Самое то отметить праздник. Пришла такая доставочка. Подарок от моего любимого братика. Сбермаркет, но я так понимаю, что из магазина Ленты. И давайте посмотрим, что у нас в пакете. Так, в пакете я вижу симпатичная клубника. Вроде вся такая красивенькая, аккуратненькая. И интересно, откуда она. Ой, сейчас посмотрим. Ой-ой-ой. Написано, что Египет. Клубничка у нас с Египта. Будем сегодня с вами тестировать. Так, а вот это что за экзотический у нас? Урагуста. Маракуя. Пассифлора. Страна происхождения Колумбия. Две штучки. Маракуйка. Уже пробовали, но такая она интересная. Не распространенный, конечно, у нас продукт, но попробовать весьма-весьма интересно. Потом у нас вот это, ребятушки, никогда не пробовала. Пробовала личи, даже вам показывала, что это такое. Лонган. Это будем пробовать вместе с вами впервые. Так, и сейчас скажу, страна происхождения Таиланд. Таиландский продукт. Так, что у нас еще? У нас киви. Написано проверено спелое. Так, страна происхождения Испанская Республика. Из Испании. Вижу, что написано манго. Prime Fruit манго. Вот это не сильно спело, твердое. Так, Перу. Страна происхождения Перу. Ну, на ощупь вот этому точно надо будет дозревать. В общем, обманывают, когда пишут, что спелое. На самом деле не спелое. А вот это уже помягче. Два манго. И вижу, что мандарины. Мандарины. Уже не вижу, откуда они, в общем-то, или Турция, или Египет, мандаринки. Вот такой вот фруктовый наборчик сегодня будем тестировать. Спасибо, мой дорогой братик.
нас вот такой вот праздничный салатик, королевские креветки обжаренные, сверху свежий вот этот перец, какой он ароматный. Такая красота получилась салат ассорти. Сейчас будем размешивать. Аромат потрясающий. Так, в размешанном виде сметанка, сырный цезарь. Вот такая красота. Так, вблизи он выглядит. ПП праздничный салатик. Так. Разрезала маракую. Их две штучки. Вот одну разрезала пополам. Смотрите, кто не кушал, ну, может быть, интересно посмотреть. Вот так она выглядит. Кожура несъедобная, насколько мне известно. И изнутри вот так вот ложечкой брать и кушать. Так, сейчас попробуем. Видите, чуть-чуть. Знаете, она еще с косточками. Как немножко, ну, ни с чем не сравнить. Но косточки плохо прожевываются. Будем дальше пробовать. Ну, забыла сказать, вкусно. Ну, шиповник похоже, да. Ой, не шиповник, а есть крыжовник, но нет. Надо не сравнить свой вот вкус, это надо пробовать, прям прочувствовать. Ну так вкусненько, экзотика.